Стоит отметить, что данный секрет вы сможете получить только после того, как завершите 8-е задание, которое называется «Твердыня Стражи». Если вы придете в это место до прохождения 8-й миссии «Твердыня Стражи», то здесь не будет никакого чит-кода, а на окне не появится никакой точки взаимодействия. Также в Твердыне Рока находится еще один чит-код, который называется «Все руны». Для того, чтобы его получить, вам нужно будет вначале подойти к помещению, в котором находится один из костюмов. Также в данном помещении должна быть дыра в стене. Чтобы сюда попасть, нужно две батареи стражей.